Вести, Москва. Сейчас о других заметных новостях. Коротко. Серьезная авария произошла примерно полтора часа назад. На юго-востоке Москвы пострадали 3 человека. Это кадры, снятые на улице Верхние Поля. Сразу 3 легковых «Форда» столкнулись лоб в лоб у дома номер 46. Все машины получили серьезные повреждения. 2 пострадавших с травмами разной степени тяжести отправили в больницу. Один из госпитализации отказался. Полиция разбирается в причинах столкновения. Движение в районе ДТП оказалось затруднено.